Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимира Аврелькина, на которого еще 14 декабря прошлого года завели уголовное дело, отстранили от должности. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сегодня в Чувашской республике в соответствии с национальным планом по противодействию коррупции и законом о противодействии коррупции проводится планомерная ежедневная кропотливая работа по недопущению коррупционных нарушений как со стороны лиц, замещающих должности, так и лиц, которые являются государственными гражданскими служащими. В соответствии с тем, что в отношении вице-премьера, министра экономического развития Чувашской Республики Аврелькина Владимира Александровича возбуждено уголовное дело, после изучения дополнительно принятых мер главой Чувашской Республики подписано распоряжение об отстранении Аврелькина Владимира Александровича от исполнения своих служебных обязанностей на период проведения дополнительных проверочных мероприятий. Также мы хотели бы довести информацию, что и в отношении сотрудников Министерства экономического развития, в частности 9 сотрудников, проводится такая же проверка. По результатам проведенных проверок по каждому государственному гражданскому служащему будет принято отдельное решение.